Три крупные страховые компании навсегда уходят с рынка. Центробанк отозвал у них лицензии. Среди них две имеют филиалы в Краснодаре. Это решение означает, что страховщики обязаны прекратить свою деятельность. Список компаний, в офисах которых больше не имеют права заключать договоры, на ваших экранах. Также еще у четырех компаний Центробанк приостановил действие лицензии. Одна из них обслуживала и краснодарцев. Страховщикам, которые получили время на мораторий, тоже запрещено оформлять полисы. Но у них есть шанс вернуться на рынок, если устранят нарушения и недочеты. Как сообщили во Всероссийском обществе страховщиков, клиенты всех этих компаний имеют право аннулировать свои договоры и вернуть деньги. На это у клиентов есть всего полгода. Но, как показывает практика, обычно страховщики свои обязательства не спешат выполнять. В этом случае за помощью лучше обратиться к юристам.